И всем привет, дорогие друзья! И сегодня, ребята, я буду продолжать играть игрушку под названием Майнкрафт. И мы будем продолжать играть игрушку под названием Майнкрафт. И я буду выживать. Это уже вторая серия, как вы видите. Вот у меня есть ресурсы. И сегодня, ребята, я планирую пойти и добыть в шахте алмазики, потому что у меня только меч алмазный, а вот все остальное вообще ничего не алмазное. Но сейчас, как вы видите, ночь. Стоп. Так, минус. И я видел там этого. Сейчас лучше никуда не суваться, поэтому сейчас пойдем быстренько спать. И потом, собственно, я могу пойти в шахту и добыть хоть какие-то алмазы. Чтобы вы понимали, у меня шахта просто очень-очень огромная и очень опасная, потому что там... Стоп, ребят. Я учился. Стоп. Огонь. Что? Блин! Не подходи ко мне! О, порох нам нужен, порох нам нужен. Сюда. Ну ладно, идти уже, собственно, идем, ну, надевать нашу шахту. Это самая опасная шахта в мире, мне кажется, вот эта. Которая именно возле моего дома, ребят. Самая опасная шахта именно возле моего дома. Ну, блин. Пойдемте найдем какой-нибудь вход. О, кстати, вот здесь может какой-то безопасный вход. Ай, блин. Здесь собачки, омагад. Пусть они пока дерутся там. Я пока тут уйду. Так, стоп, ничего не видно. Взрывайся, давай. Опа. Так, забираем наш факел. Факелы нужно экономить. Здесь миллион зомбачков. Куда же я спустился, ребят? Так, сразу добываем наш уголь. Уголь нам всегда нужен, ребят. Всегда. Аккуратненько добываемся. Все, все, сейчас мне нужно добыть прям максимально большое количество угля. Добываем. Так, все, здесь, мне кажется, угля больше нет. Вот это угля я не буду добывать, потому что, мне кажется, она бесполезная. Я не знаю, для чего, напишите в комментариях, для чего это руда. Сразу нужно поставить тут факел. Ой, я уже там вижу свет, поэтому можно спокойно идти. О, вот. Так это та же шахта. Это моя шахта, только я через другой вход зашел. Пон. Ой-ой-ой, тут крипер. Давай, иди сюда. На. Минус. Не, мне нужно выбираться. Здесь не здесь очень опасно. Я не могу тут находиться. О, у меня целых 24. О, магад. Ну, блин. Так, берем. Так, сейчас выберемся быстренько. Нет. Блин, хотел выбраться. Давай. Все, я выбрался. Надо вот эти... Блоки земли поставить.
Но я так и алмазы не нашел, ребят. Мне не нужны алмазики. Но алмазы находятся очень глубоко. Может, я буду сейчас делать... Так только я начал говорить про глубоко. О май гад. Что за шахта, ребят? Ну, я вижу железо, это мне надо. Чтобы вот так аккуратно спуститься. Так, что это за шахта? Давайте попробуем спуститься, типа, вот таким. Здесь очень темно, придется пожертвовать факелом. Так, факел там остался, блин, мне нужен факел. Теперь здесь ставим факел. Я вижу еще железо, но рисковать не буду. Я спущусь вот сюда, в эту шахту. И найду. Что? Шахта, вот, да? Вроде вот эта шахта, это вот это, да? Ладно, не жалеем факелов. Да блин, я умираю! Нет, туда лучше не суваться. Ну, так, надо ставить железо на переплавление. Стоп. Вот железо ставим, но сейчас мы все поставить нужно. Ребят, что тут происходит? Это не выживание. Что надо делать тут? Угу. Все вот это ставим. Кстати, я выживал в скайблоке, но теперь у меня пропал скайблок, поэтому если напишите в комментариях, если понравится вам. Окей, тогда я сейчас беру две китки. Из железа делаю лопату, нет. Беру две кирки сразу же. И нарушаю первое правило Майнкрафта. Копать вниз. Но я не знаю, потому что я не могу. Все, я нарушаю первое правило. Просто копаю вниз в поиске алмазов. Не, я лучше не буду нарушать, потому что я еще не взял много чего. Я просто пошел копать вниз, хотя я даже не взял алмазы. Ой, факел. Ну блин, а что мне делать? Так, как мне спустить? Стоп, а как делать ведро? Я попробую как профессионал. А давайте реально чисто для приколенька. Сейчас я сделаю себе креативыч. Чисто по приколу я вот взял факелы. И просто сделал себе кириачивить. И спустился в эту самую нижнюю шахту. Смотрите, что я тут нахожу. О май гад. О май гад, сколько тут много ресурсов. Я должен найти алмазы, ребята. Ехалибубес. Я найду эти алмазы. Потому что я холибубес. Я вижу много чего. Это ты? Ты кто такой? Я тебя не звал. Вы кто такие? На.
Там еще ниже, да? Алмазы где водятся? Правильно, ниже. Что там за свет, ребят? Что тут светло? Ну я тут алмазов совсем не вижу. Моя цель — это алмазики. Может, надо глубже спуститься? Давайте еще глубже. Еще глубже спускаюсь. Сейчас быстренько здесь поставим факел. Еще глубже спускаюсь. Ребят, я просто... О, магад. Все. Здесь будем сейчас что-нибудь искать. Надеюсь, я найду хоть что-то. А, блин. Ломаем. Что-то мне немного страшно. Поэтому я лучше вот так сделаю. Пусть меня никто не найдет. А то там может зомбак просто спуститься и все. Аккуратненько тут все ломаем. Но мне кажется, здесь ничего нет, кроме каких-то, я не знаю, прорыров. Еще глубже. Я планирую спуститься прям очень глубоко. Давайте еще 5 минут я так покупаю. Я буду копать. Походу, ребят, я уже до Бедрога докопался. Да я уже докопался до Бедрога. Здесь уже надо искать алмазы, потому что я слишком глубоко. Сейчас я слишком глубоко. Мне нужно найти алмаз. У меня кирка уже ломается, ребят. Ох, нет. У меня уже переживательства какие-то начинаются. Мне кажется, я не добуду алмазы. Вот именно сегодня я не добуду алмазы. Короче, я не добуду алмазы. Дело в том, теперь что мне делать? Стоп, есть еще глубже. Походу, сейчас придется делать себе творческий. Убираем все мои блоки, которые я добыл. Сейчас придется взять ведро лавы и умереть, потому что я уже по-другому не доберусь. Окей.